Юноши Гиацинт и Кипарис – любимцы бога Аполлона, трагическая смерть которых описана в метаморфозах древнеримского поэта Овидия. Во время игры в метание диска Гиацинт был случайно убит Аполлоном, а Кипарис однажды на охоте по ошибке убил своего ручного прекрасного оленя. Видя его безутешное горе, Аполлон превратил юношу в вечно зеленое дерево скорби. Иванов оставляет за пределами своего замысла трагическую сторону мифа. Он изображает бога и его спутников во время совместного музицирования, воплощая важную для философии романтизма идею о сотворчестве человека и божества. В героях картины персонифицируются разные формы музыки и степень ее воздействия на человека. Три фигуры объединены общим состоянием погруженности в творчество. Аполлон – это средоточие высшей стадии вдохновения. Он чутко внимает рубким звуком юного гиацинта, который едва овладел игрой на флейте и еще не способен воспринимать музыкальные гармонии небесных сфер. Присевшая на корточке детская фигурка находится в неустойчивом равновесии, в своей пластике воплощая мысль о слабости и неумелости юного существа. Кипарис, прильнув к Аполлону, поет под звуки музыки, полузакрыв глаза. Его поза чуть расслаблена, а загорелое тело наполнено расцветающей юношеской силой. В образе бога, покровителя искусств, легко угадывается античная статуя Аполлона Бельведерского, как будто мраморная скульптура обрела жизнь среди итальянской природы. Красное пятно драпировки возле кипариса, едва заметный диск для метания у камня и фигура лежащего оленя – знаки грядущей трагедии. Стремясь достичь впечатления естественности пребывания героев мифа на лоне природы, художник впервые прибегает к работе с натурой, введя в композицию мотивы реальных пейзажей окрестностей Рима. Картина создавалась в первые годы пребывания Иванова в Италии под впечатлением дружбы и общения с философом Николаем Матвеевичем Ражалиным, хорошо знавшим античную литературу и немецкую романтическую философию, но после его отъезда художник не смог закончить работу. Однако и в незавершенном виде это полотно остается одним из самых гармоничных произведений русской живописи, воплотившим аромат истинного античного духа. Для картины был выполнен ряд живописных и графических этюдов, хранящихся в Третьяковской галерее.